сейчас в нашем следующем конкурсе будут защищать честь наших молодоженов. Просим! Алмаз! Алмаз, где ты? Азамат! Аплодируем, аплодируем! Руслан! Замечательно! У нас есть две команды. Сейчас ваша главная задача придумать очень интересное, классное, звучное название вашей команде. И вам также. Дается вам полминуты. Время пошло! Эй, шалта бұлдойна, кел қосыл кел биле, жүрегін ел биле, эй, досым, эй, тойла, эй, шалта бұлдойна. Ну что ж, посмотрим, как наши молодые сегодня проявят свое остроумие в названиях своих. Девчонки уже у нас, кстати, готовы раньше пацанов, так что им аплодисменты отдельные. Как будем называться? Айка Гёлс. Айка Girls. О, как все. Решили все, чтобы просто было, да? Чтоб кто за нас голосовать не будет, тот против Айки, типа, да? Ну хорошо, хитро, молодцы. Как вы будете у нас называться, величаться? Мы будем называться Амбалы. Амбалы, сказал человек трехметрового роста и в ширину где-то метра два. Ваши аплодисменты. Группа Амбалы. Итак, что же мы будем делать? Расскажу вкратце правила. Сейчас вторая ваша главная задача – выбрать себе капитана, который, по секрету скажу, лучше всех танцует. Так что выбираем самого танцующего капитана. Быстро! Быстро, быстро! Воу! Сейчас мужчины были первыми. Мужчины и одна девушка, конечно же. Итак, будем знакомиться с капитанами. Как зовут? Лейла. Ну, громче надо быть. Ну что ж, вы же капитан. Как зовут? Лейла. Вот, аплодисменты, так и надо. Ну, а как вас зовут? Алмаз. Что-то капитанского голоса я не слышу. Алмаз. Вот, Алмаз, правильно. Итак, у нас есть две команды. Айка Girls и Амбалы. Сейчас ваша главная задача будет заключаться в следующем. Капитан команды не просто так выбран. Он будет показывать под музыку, которая сейчас поставит, движения, которые должны выполнять синхронно и идеально точно вся его команда. От того, как вы точно и синхронно выполните движение, зависит, выиграете ли вы или проиграете. Музыку в студию! Давай, 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 зажигай! Ну, гости, поддерживаем! Прошу вас на танцпол. Тогда музыка в студию. Поддерживаем! Поддерживаем!
тоже очень понравилось, на самом деле. Парни, конечно, тоже зажигали, но я, честно говоря, вообще не представляю, как их судить. Просто как будто готовились к этому конкурсу всю свою сознательную жизнь. И вот сейчас вышли все подготовленные, все прям в боевой форме. Просто единственное, что я понял, что у вас больше стало как-то. Они плодятся методом почкования. Видимо, нет? Вот так вот. Кто-то технично подходит, танцует с ними, потом уходит, и потом ведущим уже этот не в адеквате в итоге, да? Хорошо. Ладно, не будем на этом заострять внимание. Ну, я думаю, нужно все-таки, чтобы они станцевали вместе и показали под одну песню, кто круче. Как вы, согласны со мной? Я тоже так думаю. Итак. Музыка в студию. Ну же! Мужчины говорят, они лучше были. Хорошо, памяти!